Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на сервере Чанге Ролиплей. Со мной сегодня Владосик. Да, привет, привет. Обзор сервера, пацан, да, реклама, блин, это вы все прекрасно знаете, но она не ходит, выходит не так часто, поэтому все нормально. Будем обозревать этот сервер, я модпак установил, Владос без модпака сейчас играет. Ну, да. IP там, группа, все будет в описании, сейчас посмотрим, сервер бонусник, да, пацаны, ну, БРП можете писать, все дела. Не знаю, знаете, как это сервер называется, типа, быстрый старт, ебать. Зашел, ебать, 20 лямов, все, заебись. Так, давай GPS глянем, да. Что тут есть. Задача навигации. Шишого савтоинспекция. Ёбаный в рот. Чё такие умные слова, блядь? Госавтоинспекция, блядь. Оно так вместе написано, блядь, это пиздец. Так, давайте в правительство тогда поедем, в мэрию, получим паспорт, если можно получить. Кстати, может, игроки есть в казино, можно будет в казино поиграть. Чтоб было не 20 лямов, а 40. Мы туда сразу. Да, да, да. Чтоб уже был без бонуса играл, короче. Жизнь с нуля. Пошел в казино, принципиальный, короче. Или без бонуса играть, пошел в казино и все слил. Ну да. Нихера здесь модпак, кстати, прикольный, бэхи стоят. Нихера здесь машины нет. Вот мерсы стоят, а вон бэхи стоят. И майбах один. Нормально, ебать. Не застрял. Да тут, походу, фриз такой долгий. Так, что тут значит за работы? Кстати, какой у нас левел? Третий. Кстати, у нас здесь довольно-таки неплохой 3 человека. А, согласись, да. Блин, 300 человек играет. Да, да. Так, водитель автобуса, водитель такси, разводчик продуктов, разводчик топлива, автомеханик. Дальнобойщик. Ну, блин, такого ничего нету, разводчик продуктов, разводчик топлива. Ладно, мы зашли не за этим. Дальнобойщик четвертый уровень. Дальнобойщик четвертый уровень, нормально. Не, ну мы же третий уровень. Мы зашли вообще, чтобы пацаны шиковать, поэтому 20 лямов надо куда-то потратить. Может, даже в казино. Ну, погнали, сейчас все скины купим, дорогие самые просто. О, ну давай, давай. Разойдемся просто. На мазинке мы себе такого не можем позволить, пацаны. А здесь спокойно просто. Довольно дорогой. Здесь-то как, здесь-то как. У меня был скин на основе другой там за 700 тысяч. Он и есть там, в принципе, но это не игра. Так, погнали. Главное, чтобы нашего коня не спиздили. И ну мудпакс тоже, в принципе, неплохой. Ну, правда, Владосик его не видит, но ничего страшного. Три ляма скин, три ляма, смотри, скин. Давай за три ляма купим. Давай за три ляма. Вузи, вузи, да. Давай за 3 ляма купим. Все, я здесь. Все, ебать. Все, мажоры, пацаны, начинается жизнь мажора. Да, только сейчас, блядь. Хотя, может, тут еще ничего бы купили. Да, надо по тачке, пацаны. По Rolls-Royce. Желательно, именно по Rolls-Royce. Так, это что у нас? Продукты? Не, я не голодный. Ах ты, старый, а, мне старый. Данил Павлов. Так, смотри, как мы сейчас светофора сделаем, смотри. Только зеленый загорится. Да давай, блин. Да. Что светофоры здесь долгий, капец. Ну, давай, шнеля. Ты на красный поехал, ты шо, блядь? Тут стантеры, блядь, с ДНДЗ, блядь. Это жестко. О, погнали оружие купим, погнали оружие купим. Ну да, вроде что там нация. Не, или я еблан. Так, вот это... ладно, мы, пацаны, не принципиальные. Миниган. Ебать, это, блядь, это как мой член, блядь. Ой. Оооо, мерседесы на блатах, блядь. Нормально, живут люди, нормально. Владислав Белов, привет тебе. Ух ты, ебать, РС-ка есть. Фига, ты видишь, какой там у него номера? Угу. Вообще, 0-0-0. Номера, как его уровень IQ, 0-0-0. Да? Номера, ну, как его уровень IQ. А я как опилишник. Да я вижу, вижу. Бомжара, ты куда, куда блядь? Куда мы идем? Мы уже в автосалон. Автосалон? Да. А на шану? Да. Нормально тебе, нет? Распил, ебать, только тут продают. Зарубежные? Так, я зарубежные хочу. Так, ух, надо что-то пафосное. О, кабриолет можно купить. R8, вообще будет пафосно. И розовую еще. Сука. У
меня мэтт пак. Бля, дикие фантазии, блять. У тебя, да, мэтт пака нету. Блин, наверное, наши братья же, офигеть. Ну просто, понимаете, вот этот человек мне пишет, давай в скайп. Зашли в скайп, говорю, давай, пошли сервак снимать. Давай, знаешь. У меня же атака тоже. Феррари, Порш. Шо у тебя? У меня же мустанг, а тут так, который же Мерседас, старый. У меня же пацан баку. А-а-а. Не, пацаны, тут один валик, наверное, только R... Как она, R8? А, это тема, это текает от этого. Надо R8, пацаны, брать, только какого цвета? Надо пафосный цвет. Блин, это твои бомжами отменят. Она 170 тысяч? Не, пацаны, это дешево, пацаны, не-не-не. Надо что-то дорогое прям. Тут что-то есть дорогое? Дорогое хочу, да, дорогое. Да, есть, лям его сеть, крузак. У меня старый мэтпак. Лям 200, не знаю, с ляма. А, да, лям 200, я извиняюсь. Блин, блин, во! А не, нихера. 600 тысяч, лям. Бэха. Лям 300 бэха стоит. Лям 300, да, лям 300. Обычно лям сеть. Надо что-то дорогое, блин, мы что, нищие? Ну, я не знаю, тебе за лям 200, типа, немножечко. Блин, что, бэху обратно брать? Я уже заебал всех этой бэхой. Я не знаю, если я, наверное, возьму... Может, комара купить? За лям 300. Я же про тебя нашел машину. Я, короче, себе комара, наверное, куплю. Или R8 купить. Бля, пацаны, ладно, давайте купим R8. А то, блядь, я на мазинке себе хочу R8. Ну, как хочу. Хотел бы. Так, надо цвет, пацаны, надо цвет. Гоночный. Во, золотой, все. Так, всё. Можно салон покрасить, можно? Не, нихера нельзя. Так, слот один. Я тебе купил. Ух, ебать. Здорово. Ебать. Бля, ебать она соска, я тебе говорю. Я тебе потом скрин скину. А почему не работают эти, как поворотники работают? Как их убрать? Поворотники? Да, на поворотник работа. Я не могу. Понял, блин, где ездить, понял, это кнопка. И русская, и К русская. А, вижу. Так, поехали, надо дома купить, так, пафосные блин, тоже. Блин, я вышел в машину. Ну, бывает, чё. Тут, короче, напротив нашанная рублевка есть, но, скорее всего, хуй на мой не дом. Подожди, мы потерялись, похоже, я потерялся. Ну, рублевка напротив нашана, понял, там поворот есть. Ё-моё, во-во-во. Блин, тут все дома заняты, ты прикинь? В рублевке? А, ты прикинь есть. Просто, как нас обидели. Мы тут зашли, блядь. 20 купить, лямов, а мы не можем купить себе охуенный дом. Да может нет. Админа, я сейчас у админа спрошу, где тут дома по гостю есть. Как тут связь с администрацией? Вопрос, где есть свободные дома? Ваша жалоба была успешна. Ну что я выбрал, понимаешь? Я выбрал вопрос, а мне написал, ваша жалоба успешно отправлена. А, мы типа подорожали. Ну, нормально, чё, нормально. Надо в тюнинг еще точно, в тюнинг. Ты где? А, вот, сзади меня. Так, красный. Ладно, пацаны, не будем нарушать, а то потом будем еще на мазинге нарушать. О, какой-то админ ко мне ТПшник. О, глянь. Добрый вечер. Добрый вечер. Сами я. Погнали, ебать. Подожди, секундочку, я просто пошел. Есть промокод на донат. Я хочу все блат номера, блин. Согласен, Владосик? Надо блат номера. Естественно, надо. Чё не пишет, ебать? Алло, пиши. Как тут F? Хэм. Снимаешь уже, конечно. Естественно. Да, у меня что-то Б не работает, конечно, снимаю. Поводу на Б работает, поводу на Б. Так, пацаны, промокодик. Кстати, в Б-чат писать Э надо. Окей, ща. Так, давайте пишем ММ, активация промокода. К-гейм. 5000 кредитов. А ну, тоже попробуй ввести. Подожди, сейчас прикуню. Это мне помню. Кредиты для вас и для ваших подписчиков. О, пацаны, короче, промокодик еще на 5000 рублей. Донаты, точнее. Так, подожди. Только пиши ММ, активация промокода, K-Game. Так, давайте бат номера, пацаны, поставим. О, покупка VIP-статуса, можно еще VIP-статус купить. О, 5000 кредитов вообще. Увысь уровень, купить деньги, снять. 130 для машины, привести номер на авто. Во, так. Давайте выберем. Какие номера поставить, не знаю. Вот, короче, я поставлю, пацаны, номера. Вот такие. Ну, поймут. Не все, конечно, ну ладно. Не, кто на мазин играет, он поймет.
Ага, блядь, поставил нахуй, тут такой буквы нету. Сука. Отмена. Да, прикинь. Да, ну умер. Вот, блядь, обидно. Ебать, обида, нахуй. Так, давайте, а не я знаю. Бля, даже буквы У нету, я бы хуй написал. Бля, какой номер поставить? Давайте, может, топ, 3 восьмерки. Я себе сделал только номер. Такой, я не вижу. А ну проедьте чуть-чуть. Регион? Даже регион надо поставить. Так, вы думаете... Ну, давайте... Я 3 семерки поставлю. Ну, даже на 3 же подумайте и пишите желание на красный. Регион. 3 семерки поставь регион. Короче, я красный выбираю. Ооо. Пацаны, вообще жир просто. Давай еще випку купим. Давай, слышишь, пиши донат, купи випку и третий слот для машины. Пошли, сейчас еще пару тачек купим, понял? Да, я 30 дней всего лишь. И купи третий слот для машины тоже донать. Сейчас просто шиканем, пацаны. И вы так сам можете зайти на этот сервак и так само шикануть. Просто спокойно. Все, погнали, горели за домами. Так, чуваки, мы уже... Приехали к Владосу машине, просто его крашнуло. Да, такое бывает. Такое бывает. Мы уже нашли себе... Ну, да, интернет. Мы нашли себе уже 2 домика, короче. И сейчас их купим. Ну, домики, конечно, не прям охуенные, но... Нам написал основатель. Есть дома, свободно, езжай туда. А, в Батырево есть дома, слышь, погнали туда быстрее. Давай. Может, там какой-то нормальный дом купим? Где? А, где? Вон, я еду. Ну, тут, блин, ну там есть 2 домика таких прикольных. Ну, пацаны, понимаете, ну... Нам нужно все самое лучшее. Мы на своем примере вам покажем, как можно шиковать просто. Так, я пацаны, мы доехали, короче, вот дома охуенные просто. Чё, у тебя не тачка не едет? Ага, это походу что-то включил, походу, что долго едет. Есть, я купил. А почём, сколько он стоит? Стоп. Так. Хоуми. Стоп, мне показалось, или он стоит 100 тысяч? Он рядом, возле меня дом прям покупает. Вон, вот этот желтенький. Желтенький. Да, да, да. Капустишка, нормально, не можем падеть. Стоимость. Подожди, стоимость сколько? 100 тысяч на туре? 10 тысяч? Ну, нормально, ебать. А ну я хочу интерьер, я хочу интерьер чекнуть, пойти. Стоимость кварплаты для вашего дома будет 500 рублей в час. Как там хоус команда? Блин, как там управлять домом? Так, Оумы вроде бы. Помощь по командам, дом. Спаун, обменять дом, изменить спаун персонажа. А, спаун, кстати, надо подписать, спаун Чанга. Чанга. Чанги? Да. Ваш дом обозначен на карте, красный метр. Чё? Так, стоп, что-то я, походу, не химичу. А, во, хэ-панель, хэ-панель, кстати, дом. Так, аптечки, баланс можно дома. А как дом зайти? Ну, отойди и понял, подбеги. Там будет пойти. Отойди, а, понял, да, далеко да, и подойди. Ваш дом закрыт. Ну, открой его. Да. Хэ-панель, хэ-панель. Открыл его. Не, нормально мы такие домики урвали. Может, тут еще бизнесы по ходу есть? Надо поглянуть. Все, я свою тачку парканул. Так, сейчас я, блин, долго пусто стоит. Ну, это чтоб понял, текстуры не проваливаются и так далее. Пойдем, а дайте там не выйти. Бля, у нас бензо мало. Попегово. Где тво... Чё? Чё? Ты понимаешь, твоя машина стоит возле моего дома, а ты там что-то пишешь? Ебать! Ярик водила, нахуй! Пиздец. Сейчас я тачку заглушу, что-то не глушится. Может, ты заглохнешь? Алло, машина. Машина сломана, прикинь, сломанную машину нельзя заглушить. Так, пацаны, мы решили еще пару тачек купить. Чё, можем себе это позволить, пацаны? Вы тоже можете. Промокод тоже в описании будет, если чё. Я тачку заберу себе поставить. Почему ему бегать? Я никого не бил. Не бывает. Так, зарубежный, конечно. Так, я тачку сейчас куплю себе, Audi. Я припарковал эту тачку, понял, блядь. Здесь вот на салоне. Чебе да? Смотрите, какую... А, ты не видишь, блядь. Обидно. Я такую соску купил, я тебе отвечаю. Audi. Сейчас я на SVA еще возьму. Так, давай я Black Mirror еще поставлю на нее. Тут какие? Так. Не знаю даже. Вот почему нет буквы У? Это обидно. Наверное, к истокам вернусь.
Да, остальные предложения. Так, ну такой номер по-любому занят. Хотя... Не, не занят, прикинь. Нет. О, да. Блять, вот я дебил. Я не те номера поставил. Хотя, типа А, Audi. Ну, можно было типа S4, типа 3S, 3-4. Хотя это тоже неплохо смотрится. Я думаю. Были в слоте номер один, а номер жесть номер один, в смысле. Так, я тоже паркану машину. Так, я, короче, гелик себе куплю. Прикинь, банчату дали ему. Кому? После новости, чего прилось, типа, в одном... После новости, я понял, дали банчату. А, бывает. Все, я себе гелик взял. У тебя просто есть же крузак, а у меня джипа нету. Теперь у меня будет гелик. Угадай, какие номера на гелик поставил? Мурка? Нет. Хам 3 восьмерки. Хам 3 восьмерки. Чё нет, да? Почему бы и нет? Тут походу номера все свободны, блатные пацаны, блин. Занимайте номера, ёпта. Охуенный сервак, не знаю, мне вообще по кайфу. Кек 3 восьмерки. Ты еще не ставил на вторую машину? А что ты за вторую тачку купил? Бэху? Желтая такая? Да. А, ты бэх купил единичку. Прикольная такая. Ебать, сука, я хотел ее купить, но, блядь, думаю, сука, ну ты засранец. Смотри просто, вот подойди сюда, просто посмотри на эту прелесть. Я не буду идти, я буду ехать. Я блатной. Мы блатные-то, но, блядь, понимаешь, у нас нету, надо дома платить вообще-то. Сейчас, погоди, я проверю, я гелик закрыл. Подожди, а что за номер? Что? Что? Глянь. Сейчас я гляну, погоди. Паркануть здесь гелик. Смотри номера какие. Сейчас гляну, что там за номера такие. Знаешь, чувак, гляни только номера. Так. Ну почти. Почти это как? Почти. Ну пацан, ебать, видимо, ведет активный руковой образ жизни. Руковой именно. Погнали в банк быстрее, до дома оплатить. Сейчас, потом постепенно птачки перевезем. Да. Я их не закрыл. Там мусора бегают аккуратнее. Да. Так, какой цвет можно покрасить Audi, чтобы прям была охуенная. Хотя и это тоже нормальный. Так, гидравлика, закись азота. И по 450 тысяч азот стоит, ты прикинь? Ментов, сколько это придется? Не, диск я не буду вставить. Пока что работа есть на нее. Так, стоп. Стоп, не... А, не. Походу винил есть на тачке, ты прикинь. А ну, можешь на тачку покрасить белый, типа. Где ты говоришь, типа, ты тюнинг? Ну, там, где не на мазинке. А, ты между там... На СТО, так. Да. Не, нихера, винилы что-то не работают. Ну, есть на тачках винилы, но я хз на каких. Ну, чувак преследует. Может, гидравлику поставить? Нет, это перебор будет. Все, я выехал с тюнинга, у меня нитро стоит, и все. И все. Блин, я въебался. Че у меня такие колесики маленькие? На Audi, я только заметил. Да какие у меня, блядь, колесика? Ты не говори себе. Вон тюнинг, поставь нитро просто и перекраси, хочешь. Я оплатил домик, давай ты оплати. Блин, бизнес, ну может админа спросим, может есть бизнесы по ГОСТу. Хотя, блядь, навряд ли. А на сервере есть... бизнесы по ГОСУ. Так, я написал, ждем ответа. САС? Да. Бля, у тебя такая была возможность, ты поставил такие номера. Конечно. Такая была возможность. Че можно через донат еще купить, кстати? Сминаровая скина. О, в смысле? Тут можно ID скина выбрать любого, ты прикинь? В вашем банке штурники, это точно средство? Прикольно. А, да. Понял, через знат можно скин любой себе купить. Снятие варна, купить деньги, повысить уровень. Ну да. Ну, можно повысить уровень. Я себе повышу уровень. Чуть-чуть. Совсем. Но на ваш счет это не может быть больше. О, у меня 6 левел, кстати. Да? Ника, покупка VIP. Ну тут, блин, доната немного, конечно, функций, но этого хватает, я думаю. На 50 тысяч закинь, понял, чтобы ровно было. А я сейчас ты. Да. Короче, чуваки, мы в казике, давай дайс 15. На 100 тысяч поиграем, пока может кто-то приедет. Я солю сейчас, да?
Подожди, Enter, нажал Enter. Ооое. Иди сюда. Ооое. Можно подряд играть. Ооо. Аду. Сука. Пошел нахуй. Сейчас солью, а не выиграл. Ее. Тащим просто, сука. Оливье нахуй. Я все равно в плюсе еще. Обратно в плюсе. Обратно в плюсе. Солью. Я говорил. Так. Сука. Слив пошел. Слив пошел, пацаны, блин, так честно. Ну, нажимай. Или ты отклони хотя бы. И как там, блядь? Сука ты, блядь. А хуй тебе. Сука, ах ты, сука. Е. Бля, ну с другом не так интересно играть. Я сейчас бы на лям с кем-то бы рубанул, нахуй. Ё-моё. Есть. Сука. Ну ты... плохой человек. Это Сли уже прошел, бля, это пиздец. Давай еще один раз. Я должен забинить, пожалуйста. Ей, все, можно не играть. Бля, че никого? А ну, GS 2. Пацаны, давайте все в казино играть. Какая нахуй недвижимость, блядь? Бля, тут лимит времени. Погнали, можете мобильный телефон нормально выбьем. Плотной какой-то. Ну это, наверное, не 24 на 7. А, нет, это 24 на 7, кстати. Так. Телефон все покупаем и телефон номер. О, тут можно выбивать номер блатной. Так, я пробую себе выбить, короче, номер блатной. О, 42-42 выбил. Бля, можно еще попробовать? Или такой нормальный? Знаешь, какой еще номер выбил? Койка еще можно же, вы... Это не койка, что я буду стать лишним лечением. А, чё? Тут... прикинь, тут... А, ну нормальный номер, 3993. У меня 3... Ой, у меня... А, ну да, 3 и 2 двойки. Ой, 3 двойки. Нормально. Блин, в казике, походу, никого нету. Погнали, наверное, тачки парковать туда. Хули. Так, чуваки, мы припарковали свои все тачки, просто все. Вот, пацаны, вы можете просто зайти на сервак, как мы это сделали, и просто купить то же самое, что купили мы. Видите, вот, батареи вообще есть, дома по ГОСУ. Промокодик тоже есть, и бонус 20 миллионов есть. У нас осталось 9 миллионов, у меня осталось, у Водосика 8, да, осталось? Уже 6. Тачка. А чё 6? А. Ну, тачка, винил такой. И, кстати, здесь на тачках есть винилы, но, блин, не знаю, что-то я не увидел винил. Ну, пацаны, но если нет, вам нет. Этот сервак нравится, то ставьте лайки, заходите, пишите. Я бы здесь еще раз поснимал бы. Нам с Адосиком понравилось. Мы здесь уже больше часа да. Играем. Даже почти 2 часа уже играем. И все понравилось. Всем спасибо за просмотр. Повторюсь, IP, группа Modpack, промокод в описании. Всем пока-пока. Пока-пока. She was from the outside, I was from the